Твинфест 2012. И мы очень рады, что вы все здесь и что это состоялось. Чего мы хотим? Чего мы хотим? Мы хотим жить в гармонии с собой, с окружающим миром. Мы хотим иметь возможность строить свое счастье так же, как все люди на Земле. Мы хотим не бояться за свою безопасность, мы не хотим не бояться за безопасность своих близких. Мы просто хотим жить так, как все люди. За последние 6 месяцев в Петербурге сильно выросла агрессия против ЛГБТ-сообщества. Нету объективной информации о гомосексуальности в обществе. Нету государственных программ, которые бы развивали толерантность к ЛГБТ. Нету общественных деятелей, известных людей, голоса которых звучали бы в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ну и, наконец, принимаются законы, которые только утверждают, только укрепляют гомофобию в общественном сознании. Вопрос, что делать? Что делать? Мы считаем, ни в коем случае не замолкать, ни в коем случае не прятаться. Мы считаем, что предоставление информации и открытый диалог с обществом – это то, что необходимо. Все-таки, как было сказано, в Великобритании тоже нужно было бороться, чтобы переоделить стереотипы, чтобы менять общество в сторону толерантности. Хотя в 1967 году декриминализация гомосексуальности имела место, все равно в моем заведении, то есть в Министерстве иностранных дел Великобритании, до 1991 года было запрещено быть гомосексуалом, если вы можете представить. Тут уже много говорили о том, что действительно год, прошедший со дня закрытия предыдущего фестиваля квир-культуры, был очень непростым. И он был непростым не только для Петербурга, но и для всей России. Он был непростым не только для ЛГБТ-сообщества, но, наверное, для всех свободных граждан России. И просто, наверное, наступил момент, когда невозможно никому оставаться посредине. Мы либо будем создавать, строить свободную страну, в которой найдется место каждому, либо этой страны просто не будет. Три! Четвертый международный фестиваль квир-культуры «Квир-фест 2012»